Доброе утро, мои родные. Доброе прекрасное утро. Августовское. Хотелось бы августовское. Ждите. Времени 10 часов утра. Ну или без 10, не знаю. 5 августа. Среда. Стала заедать дверь. Она как будто как-то от сырости рассырела. И прям за этот, как его, за паркет зацепляется. И замок заедает. И все, короче, на кучу. Вот так вот. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Привет, мои любимые. Привет, мои хорошие. Пойдемте. Не знаю, что там. Я надела, короче, кофточку. Будет мне жарко в ней, не будет, не знаю. И в тапочках иду, как всегда. Так что мне пофиг. Я как в деревне тут хожу. Я в Москве, помню, удивлялась. Я вот после Ливана приехала. Так удивлялась, что там все одеваются, как в деревне в Москве. Ну, в спальных районах. А когда куда-то едешь, вот, ну, там, не знаю, на Тверскую или на куда-то в центр, короче, то женщину встретила первую. Плохо. Значит, с моим телефончиком все фигня будет. Ладно, пойдемте. Вот, а едешь куда-то в центр, там все так одеты, как с этих, со страниц глянцевых журналов. Так прикольно. Вот, а здесь, в Питере, я не знаю, я себя чувствую дома, и мне вообще пофиг, я могу идти чуть ли не в трусах и в майке. И в резиновых тапочках. Какое там небушко. Не очень видно, ну ладно. Та-та, и дождик меленький моросит. Очень мелкий дождь. Как мы вечером гуляли, какая красота была, да? Огни и цвет, такое небо. А сейчас все такое серенькое. Но все равно. Питерская такая погодка. Которой не было уже давно, кстати. Все 2 месяца где-то в Питере было солнце постоянно. Кстати, когда приезжала подруга моей подруги, в тот раз был дождь. И когда она приехала в этот раз, тоже был дождь. Она говорит, я в Питере никогда в жизни не была, чтобы здесь не было дождя. Я ей говорю, что за фигня, у нас 2,5 месяца, ни одного разу не было дождя. Вот, она не верит, в общем. Ну, не верит, так не верит. Что ж делать? Доказывать мы не будем. Какая красота. Вообще класс. Не могу понять уже с некоторых пор, почему я цветочки стала видеть. Раньше не видела вообще. Что я сегодня видела? О, точно видела сегодня, как это. Там так картиночка сидит. Фрэндлих, ну, из фильма. Служебный роман. И с этой, как его, секретаршей, которая, помните, сапоги мерила, говорит, как вам сапоги? Он говорит, очень вызывающий. А она говорит, о, значит, надо брать. Помните? Не помню, как ее зовут. Шура, это та, которую выдвинули и задвинуть побоялись. Ой, забыли. А секретаршу как зовут? Вера. О, Вера, точно. Вера, вызовите ко мне Новосельцева. Вера, Вера. Вот, помните? Вот это они вдвоем, короче, сидят. Такие двое в масках. И это Вера говорит, ну, этой старухе.
говорит, сейчас в моде брови. Точно, когда маска закрывается, морда, только брови остаются. Ну, так вот. И платье шилось белое, когда цвели сады, когда однажды вечером... Какой живот у него? Хочется так подойти погладить к деньгам. Как мужикам, знаете, вот этим. Опять забыла, как они называются. Труд так, животик. Ну, как лягушечки. Еще там чему-то. Какой головок красивый. Один раз в год сады цветут. Один лишь раз весной горя. И платье шилось белое. Куда же вы, девушка, на красный цвет? Свет или цвет? Наверное, свет все-таки. Светит же. Думаешь, только в жизнь раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз. Один лишь раз. Однажды вечером глубоко признался ты, красивая и смелая дорожку перешла. Львую скороспелую, как он зависает надо мной, гаденыш. Ты меня что, узнал? Ну пошли. Пошли, эти все послетались. Ужас. Достали. Нету у меня хлебушка с собой. Пойти купить, что ли? А, они и бабушку тоже узнали. Я думала, меня. Тетечку узнали. Пойдемте посмотрим, как она их кормит. Один раз. Все, уже покормила. Насыпала им пшена какого-то. Прикол. Фу, как воняет машинами. Они прям на меня внимания не обращают. Вот такая красота, Марина. Видите, как они все кушают. Красавчики. Ладно. Пойду я. Куча дел. Подождет твоя куча. Я не могу отойти, она такая красивая. Это беленькая, но вы похожи. Но это не она, я вижу. Я всех вижу вообще, как это. Не влетаю в них и каждого в отдельности вижу, и всех как одно целое. Прикольно очень. И вот лишь сделала, когда целился, когда целился. Блин, идите с дороги. Все полетели за мной. Я пошла, и они все чухнули за мной, голуби. Вот этот вкусвилл, куда меня без маски не пустили. Картошечку тут привезли, всякую фигню. Всякую фигню. Я туда точно не пойду. Вон они, голубочки мои. У-ху-ху. Летят. Красота. Страшная сила. Какая собачка хорошенькая. Вы нас снимаете? У вас. Вы такие красивые. Счастливо.
вообще узнала, и сказали, что во второй половине дня. Что еще? Что мой телефончик еще на какой-то там комиссии достали. А, ну ладно. Когда однажды вечером в любви приснился ты. А, кто-то мне написал, не помню кто, хотя и не один человек. Пишет, Ириш, мы с тобой ходим по Питеру и тоже поем. Ты поешь, и мы с тобой вместе поем. Как приятно, мои родные. Пойте. Это очень классно. Так что, буду вам какие-нибудь новенькие песни петь. Девочка. Вот такая девочка. Громче, громче. А, то смейтесь, я думала, пойте. Смейтесь, дети, и не плачьте никогда. Классный храм и видеокамера. Ну, как-то у меня это вообще не сочетается в голове. Ну, ладно, не буду это как-то вдаваться во все это. Вот этот дом тоже красивый. Там вверху такие красивые статуэтки. Вот я тут все это вам поснимаю близко-близко-близко, когда там вот эта вот девушка. Когда сделаю телефончик, ну или новый возьму, а этот запрокнут, не знаю. Буду все это увеличивать, так близко-близко показывать. Ах, тоже вперед. Он как от меня шугается, этот парниша. Может, от закона прячется. О, у меня такие штаны были. Видите? Такие штаны у меня были. И вот такие ботинки похожие были. И была зеленая, не такая камуфляжная, а однотонная вот как ботинки, была курточка. И внизу с такой, с кофтой, с мягкой, с классной. Вот мне очень нравилось. Я все это, я фотографки. Потеряла. Вот такие вот ангелочки. В этой парадной мы с вами были, помните? Уже 100 раз сюда заходили. Ну так просто отсюда покажу. Вот где люстра. Где плитка такая прикольная. И там все это лепнина такая красивая. Не знаю, может, не все, правда, видели. Но я уже показала. Уф! Ну, ангелочки, это что-то. Класс. Аренда. Кому надо тут с аренду? Приходите. У вас такая ручка. А тут опять эти электромонтажники. Видели? Меня пригласили сейчас на собеседование. И, наверное, я поеду. Ехать на Петроградскую надо. Кукушки. Что они там? Кабель проводят или что? Или светофор делают? Не знаю, короче, что-то делают. Ладно, пойдемте. Они все мне пикают. А я за водичкой перебежала. Правда, я нарушитель. О, и тут тоже монтажники. Вот водичка. Приходи на меня, посмотри. Подождите, сейчас достану денежки. Взяла водичку. Пойдемте. Как-то перебегала. Они все мне сигналят.
Козлодуи. Все равно не работает ни один светофор. А, уже включили, уже работает. Значит, получается, я на красный перебегала. Вообще прикол. Там тоже везде лёвы. Видите? Красотища. О, сладкая парочка Твикс. Ой, какие они смешнючие. Или это я так вижу? Я, наверное, тоже со стороны смешнючая. Какой-то странный этот паренек. Следит за мной, что ли? Или у меня мания преследования? Корабли Великой Победы. Подводная лодка типа М-малютка. Хочу ли я подводную лодку? Ну, не знаю. Не знаю. Может, если бы сильно-сильно меня упрашивали, то, может быть, я и согласилась. Вот, а так не хочется. Какая там обезьянечка. Вот еще одна. Я третья. Вот эти ворота мне так нравятся. Вообще, я вам 100 раз их показывала. Но они в последнее время почему-то закрыты. Наверное, увидели, что я там хожу, снимаю. И решили вообще от меня закрыть. О, исчез. Видите? Куда он делся? Только что тут стоял. Здесь лежал. Куда бежал? Вот девушка. Без минустрава. Там цветочки. На балкончике. Красота. Курилка. Картонная. О, какая девушка идет. Красивая. На меня машина гонит. Я девушку снимаю. О, ручку не даю. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой. Не мужик, не смотрите. Мужик побежал, мужик идет, мужик едет. И тут тоже одни мужики идут. О, эта девушка уже обошла. Она прогнала вот этот круг. Помните, мы с вами видели ее? Девушка как мальчик. Уже идет сюда. Вот она. Вот так вот. Такая красотуха. Ой, я стою на ручку, смотрю. Такая красивая ручка. Залезла наверх. Ножички такие. Я вот. Ножички. Я тут вам Бродского читала. Ой, какого Бродского? Осадова. Хотя Бродского тоже можно почитать. Что-то девушки все ходят сегодня в красных платьях. Это что значит? Что бы это значило? Кто знает? Признавайтесь. Водичка моя стоит. Пойдемте, мои хорошие. Что я могу стоять не здесь? Постоянно что-то происходит. Жизнь происходит. Говорение мое тоже. О, а тут идет вообще в очках. Прикольный чувак с хвостиком, как Микки Рурк. Я так вижу. Вообще прикольно. Это прям классно. Мальчик ее пьет. Куда там сзади меня. Девушка. Прошу.
Красота. Так что сказал мне прийти в час, наверное, или в два. Лучше в два. Пойду в два. Так что. Пока, мои родные. Наснимала вам опять кучу. Что я рассказывала, что я показывала, не знаю. Люблю вас. Пока-пока. Я снимала правой рукой, а левой открывала дверь. Так что я не облизываю ручки грязные. Правая ручка у меня чистая. Я только кончики не подкрала. Пока, мои любимые. Очень-очень люблю вас.